вот такие огромные дроны стали летать в последнее время над нашими позициями. У него 6 винтов, нес на себе сразу 4 гранаты, чье производство непонятно. У него 2 аккумулятора, от них работает система сброса, а также видеокамера. Где она здесь? Вот она, с прибором ночного видения. И плюс он сам по себе летает на бензине. Наши сбили его с помощью стрелкового оружия. Он летает очень шумно и в темноте светится у него красные лампочки, поэтому это само по себе доступная и легкая цель.